У нас было 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламил лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка наполовину наполненная кокаином и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и твердых эфир. После него вас разводят так, что вы похожи на пьяницу из старой ирландской новеллы. Полная утрата двигательно-опорных навыков, галлюцинации, потеря равновесия, не имеет язык. Начинаются бояки, отказывает позвоночник. Эфир уже отпускал. ЛСД давно вышло. Но мескалин все еще давал кайф. Он медленно выходит. Первый час вы ждете, а потом в начале второго часа вы начинаете проклинать того кретина, который вам продал эту байду. Это Сережка, короче, палочки дальше давит. Они последняя осталась, никак не может выдавить. Как жарить? Я забыл, как жарить. Научите юношу, как жарить. Вы на всякие пожарные это пуканы-то посматриваете. Это все-таки одни в лесу. Да ладно? Я наелся. Красивые, подмытые, а тут бегают страшные, грязные. О, у меня воробей на лбу. А не, на руке. На руке вообще-то. Ну я начал есть, короче, а он такой... Чвик, чвик. Слышите, а у вас все на русском или на английском? На английском. Это же английская игра, бро. Ну то вообще жестоко. Серега там в чтение ударился. Что говоришь? Сереж, ты там что делаешь? Пойдем. Там я тут... Книжки для взрослых читает на яхте. Предлагали, игра или секс. Я не знаю, что выбрать. Ты решил сделать йогурт, да? От безысходности. Приправа для мяса. Идите уже, блин. Фантазеры. Ой, смотри, какой тотем. Кишки, набитые черепами. Кто там череп хотел? Я жонглер. Да у меня уже черепа целая куча. Давай, жонглируй мне. Я думал, олень огненный бегает какой-то. Ну а что, мы не дети, что ли? Ну да. Большие переростки. Испорченные. Нас поздно сорвали. У нас пока только Серега испорченный палочками. Сволочи. Подождите, у меня отдышка. Хватит грибы жрать, не будет отдышки. Ты это сейчас кому рассказываешь? Вам. Тёлка мертвая. Кого что? Кого что? Мне срочно надо ширнуться, ребята, дайте ширнуться. Пожри грибов. Я горю, джу-джу, меч джедая такой. Одни мячики вокруг, оборзеть вообще. А у меня меч джедаевский. Короче, я недоволен этим лагерем. Я буду их убил. Какой-то садист. Да, вот туда сейчас полезем. Ложись! Серега, беги, беги! Что, полезем туда, да? Да, конечно. Смотри, Серега, блин, сволочи. Давай полезем. Я полез. Давай. Я за тобой. Я за тобой. Вот самое шикарное в таком моменте оказывается в середине. Да, ты видишь? Да. И не первый, и не последний. Смотря какая ситуация, знаешь, бывают такие ситуации, в которые быть посередине. Бутерброд. Бутерброд, да. Ребятки, короче, тут осторожно, тут пол в говне. Да, тут все в говне. Не, реально тут чьи-то кишечные останки. Сочные. Еще вниз надо спускаться. Ой. Да. Очень большая пещера, на самом деле. Глубокая, знаешь, такая. Глубокая. Тональная пещера. Да не, Олег, это не говно, это всего лишь человеческие останки. Успокоил. Тебе надо это как-то вот. Чего вы меня бросили? Я там один бедненький... А чё ты на карачках ползаешь, гопник? Встань! О, я тут журнальчики нашел. Игорь, грей меня. Ты меня греешь своим факелом. Я вон уже, смотри, грею. Надо было лечебных трав пособирать. Блин, у самолета там было много, на самом деле, всякого барахла этого. Типа пилюльки, не пилюльки, что-то как-то... Как у меня почему-то не получается факел сделать. Я вроде все, палку выбираю. Этот... Выбрал. Зажимай, L.
жди. Ты ж крафтил факел вообще? Нет. У тебя тряпки нет. Жмешь на одну палку, потом на одну тряпку. Ну, тряпка, она красная, правильно? Да. Клоч. У тебя появляется колесико, такое механическое. Нету колесика. Смотри. Теперь посмотри вот так. Ты... Подожди, он, наверное, сделал уже палку. Теперь смотри внизу. Да, платочка левее. У тебя должна быть пика. Под топором. Копье, и топором, палочка топором, такая топором. Широкая. Под топором, да. Ну... Есть? Пика, палка есть, вот, да. Вот, бери есть. Палку в руки эту. Это и есть твой факел. А, и зажимаешь понял. Буковку L. Все. Вечно вас, индусов, учить надо. Да ладно тебе, я вообще... У тебя есть кока-кола, Серег? Да. Попей колы, съешь конфетку. У меня мясо испортилось, если что, его жрать уже нельзя. Кстати, если мясо потемнело, то лучше не жрать. Мы так блядь. И скажем аборигенам при встрече. И не ешьте его, он вонючий, у него мясо испортилось. Он пизднул, когда спускался. Подожди, а Серега там? Где Серега? Серега кушает. Серега, мы потеряли Серегу. Я вообще в темноте иду. Видишь, иди на огонь, иди на свет. Так, тут есть ход направо, есть налево. Давайте пойдем направо на сей раз. О, аборигены. Целая куча аборигенов. Ребята. Ух ты! Сейчас, секунду. Так, у меня этот топорик. Чё это тумбар такая? А кто нас там пытался угол. Поджечь? Уходите! Ясно. Аборигенов. Красавчик вообще, блин. Еще один. Ребятки, тут ручки, ножки лежат. Одни бутылки, одну буходу тряпки. Ну ништяк, тут вечеринка, видать, была у Десела дома. Пойдем налево. А тут, кажется, тут есть щель, ребятки. Все давай. Мы-то пришли. Большая щель, раздробленная щель. Там что-то мигает. Не, я пройти не могу в эту щель. Присядь. Вот. А, пошел. Вы здесь были. Ой, о, смотрите, я нашел спуск. Вот, мы туда хотели пойти. А, нет, да, вот, давай сюда. Блин, я хотел сделать. Я хотел сделать бред, но я не буду. Прыгнуть. Да-да-да. Ой, слушай, а что-то это, я все спускаюсь. Игорёк, главное не сри. Я ниже тебя ползу. Ребятки, тут ничего нету. Я, к сожалению, сходил уже. Ладно, запью. Блин, на верёвку, послушай. Это длинная какая-то. Ага. Даже вниз нельзя посмотреть. Я могу вверх посмотреть. Олег, ты уже внизу? Да. Срать можно? Попробуй. Сверху такой абориген. Чпонька веревочку обрезает и все. О, ребятки, тут краска. Я нашел кисточку и краску зачем-то. Это мишени рисовать. А, динамита много, ребятки. Много динамита. Еще динамит, лекарства, веревки, лекарства до хренища. Ни хера динамит. Топор, я нашел топор. Топор, вот тут топор, короче, вот тут топор где-то. Где? О, топор, точно. Так, я взял топор. О, лекарство. Это не лекарство, это пуху. Это что? Ну, дозировка. Странно. А вот лекарство.